Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Хотел бы выразить свое мнение о Владимире Путине, президенте Российской Федерации. Я считаю его большим преступником и считаю его иродом современности, который проливает кровь по всему миру. Считают, что он подлежит суду, трибуналу. Не Нюрнбергскому, а мировому, так как Российская Федерация под его руководством совершила множество преступлений по всему миру. Сирия, Украина, Грузия и тому подобное. И таких много стран, где замешана Российская Федерация во времена правления Владимира Путина. Я считаю его кровавым иродом современности. Владимир Путин, покайся, уходи с должности добровольно, выведи везде свои войска и своих кураторов от ФСБ и других разведывательных структур. Ты преступник, гореть тебе в аду. Покайся, Путин, иначе тебе смерть при жизни.